Смотри, Марандус буквально через реку, если перейти. Слипунаби and Слипун needs to be near the lake. Если мы все озеро обойдем, думаю, эти найдем. Ну, а другого варианта не остается. Следую за тобой. And here we go. Once again, снова. Умри. I will hit. Nothing of a need. Здесь ничего. Только стрела моя. Continue. Продолжаем дальше. Да, смотрю, тут много скальных наездников. Надеюсь, никого серьезнее мы не встретим. I don't know if there is anybody more serious. Я даже не уверен, что кто-то более серьезный здесь есть. Надеюсь, ты прав, Дуривар. Окей, go. Давай сюда. Don't hit me. Только в меня не попади. That's the only road. Только туда можно идти. And here it flies. Иди сюда. Защищайте меня. Да мы и так отвлекаем, да. Пойму. And и как твое здоровье? Да, в целом все хорошо. Магия закончилась, но в остальном я справлюсь. So let's return back. А что это за дымящиеся какие-то трубы? Это не трубы, это природные какие-то явления. Честно сказать, я сам не знаю до конца. Да, ты про Анунат с комментариями, кстати, читал. Продолжишь дальше? Ну да, большая часть, мы остановились на том, что мир из частей заново собрали, да? Да, как-то так было. Вроде. Okay, let's record.
Мы, наверное, идем не совсем туда. Там говорилось про дорогу, а здесь дороги нет. Yeah, there is no road, so let's go back. В общем, большая часть эльнофеев на Нирне относительно не пострадала. Эльнофеи были предками меров. Эти эльнофеи укрепили свои границы, чтобы оградиться от хаоса, и попытались жить так, как жили раньше. Эльнофеи, которые прибыли на Нирна позже, разбрелись по останкам погибших миров. В конце концов, эти кочевники нашли скрытую статую... скрытую страну эльнофеев и были шокированы роскошной жизнью своих сородичей. Кочевые эльнофеи рассчитывали на гостеприимность, но на них смотрели как на отбросы. По неизвестной причине началась война, а седлые эльнофеи сохранили знания и силу своих предков, в то время как кочевники рассчитывали на свое численное преимущество и выносливость. Война преобразила Нирн. А, снова. Давай. Отвлеки пока его. Сейчас. Получит он свое. Так. Давай сюда. Что, как попасть не могу. О. One more time. Finally. Стрелы уходят быстро здесь. Диких животных, а они могут еще чем-то болеть? Да, могут. Oh. What's up here? А это что у нас? Давай спустимся вниз тогда. Let's go down. Ты куда пошел? Умри. Нет. Again, снова. Умри. Okay, I guess we will handle, думаю, справимся. Умри. Что ты делаешь, Декарт? Умри. Я тебя не пойму. Я не могу достать его. Вот, он тебя достал. Смотри, мы куда-то близко пришли. А ну-ка, посмотрим, что это такое. See what's up here. Okay, flame, flowers. Let's take. Думаю, гробница какая-то. That looks like a tomb. Сулипунд. Так, будь аккуратен. Мы пришли в Сулипунд. Тут может быть опасно. You see, there is a trap. Let's go ahead, так. О, oh, hello, приветствую. У меня правда нет времени на все это. Давайте быстрее. Я и вас не знаю, что вам нужно. Кто ты и чем ты здесь занимаешься? Я лучник. Я из тех бойцов, что ненавидят боль, поэтому я нападаю на противников из засады. А это Сулипунд. Мы здесь живем. So this is not the tomb. Так это не могила? Не склеп? Нет, конечно нет. А что нового здесь происходит? Да ничего толком. Right then. Greetings. Если смогу, помогу. Лишь бы побыстрее. I'm searching of the Tilvani mag. Так, где у нас маг Тильвани? Наверное, где-то здесь. Hello? Я вас не знаю, что вам так нужно? Так чего ты хочешь?
чем дело, сэра? Hello, I'm searching for you. Не желаешь присоединиться к гильдии магов? Вы меня за идиота принимаете? Обратитесь к кому-нибудь еще или дайте мне одну хорошую причину выслушать вас. 100 монет. Ну, если ты настаиваешь, мне не пристало отказывать. Так присоединишься к гильдии магов или нет? Обратитесь к кому-нибудь другому. 100 монет – это не то, что меня убедит присоединиться к гильдии магов. Еще 100 монет. Ну? Если я соглашусь, вы оставите меня в покое. Ладно, ладно. Я вступлю в гильдию магов, когда в следующий раз поеду в Балмору. Right, then. Отлично, мы справились. Размышления о культах империи. Let's check what books he has. Посмотрим, что за книги есть у него. Предтечи. Проповеди Сариони. Призраки. Чулефт Chronicles. О диких эльфах. О забвении. That, by the way, interesting book. About Oblivion. Да, забвение стоит прочитать. So that would be on the road. No interesting books. Касательно чего вопрос? Except the Oblivion. Ну что, можем идти? Может, мы здесь отдохнем? Вот лучше бы было не в той... в том склепе отдыхать, а здесь. Но для начала его нужно было найти. Ну да. Значит, Пунаби где-то рядом. Скорее всего. Там где-то тоже по дороге. Сказали идти вдоль и выйдешь на Пунаби. So let's go and check it all. So let's check that road. Давай пройдем туда. Давай. Так что там про эльнофеев? Дальше продолжай. Ну, в общем, большая часть эльнофеев в Нирне относительно не пострадала. Эльнофеи были предками меров. Эти эльнофеи укрепили свои границы, чтобы оградиться от хаоса, и попытались жить так, как жили раньше. Интересно. А ведь их раньше не было. Нет, они были. Ну, в книге сказано, что их создали. Ну, они жили до, собственно, того, как братья друг с другом поссорились. Понятно. Эльнофеи, которые прибыли на Нирн, позже разбрелись по останкам погибших миров. Оба. Сюда. В конце концов, эти кочевники нашли страну эльнофеев и были шокированы роскошной жизнью своих сородичей. It doesn't like the right road. Не похоже на правильную дорогу. Кочевые эльнофеи рассчитывали на гостеприимность, но и на них смотрели как на отбросы. По неизвестной причине началась война. Оседлые эльнофеи сохранили знания и силу своих предков, в то время как кочевники рассчитывали на свое численное преимущество и выносливость. Война преобразила Нирн. Земли были затоплены новыми океанами, и появились континенты. Тамриэль, Аквир, Атмора и Якуда. Страна оседлых эльнофеев стала Тамриэлем. Оставшиеся кочевники были разделены на 3 оставшихся континента. What's up? Oh, again. You know, ты знаешь, наверное, тебе стоит... подождать здесь. Будет быстрее, если я пойду сам. Ладно.
get over here. Давай сюда. Не волнуйся, я справлюсь с ней сам. Я понял. Извините, не подск... О, the enemies. Враги, дух предков, защити. Так, свое получи. Вот это да. Есть. Oh, I need one more. Еще нужно призвать. Good that I left here. One dead. Окей. Декарт, похоже, мне твоя помощь нужна. Декарт, иди сюда. Окей, let's use regulars. Shield. Умри. Now I get used it. Справлюсь. All right. Whew. That was a fair fight. Так. О. Может, как раз Декарда и пойдет эта броня. Этот что имеет? What they guarded. Well, nothing really good. No, there is no way here. Again. Ah, like receive it out. Да сдохнешь ты. Get lost. Let's stun. Окей. Ну, справишься с ним? I guess yes, думаю, да. Может, все-таки помочь? Нет, я там только что с бойцами сражался. Finally. Ну, хорошо. I get armor for you. Возможно, тебе эта броня пойдет. Возьми, если что. Take all of this. Ладно, так что туда не идем. No. One road left. Осталась последняя дорога туда. Так ты закончил про то, что война началась. Да. В общем-то, земли были затоплены новыми океанами и появились континенты. Тамриэль, Аквир, Атмора и Якуда. Страна оседлых эльнофеев стала Тамриэлем. Оставшиеся кочевники разделены на три оставшихся континента. Так, давай еще этого червя сюда. Декарт. Твою мать, ты что, назад убежал? Декарт! Ты куда подевался? Сюда? Декарт.
Декар, ты что там забыл? Ну, вообще-то ты со мной... Ты не говорил с тобой идти. Ладно. Теперь идем. Хорошо. Так что там по континентам? Ну да, появились континенты Тамриэля, Квират, Мора и Якуда. Страна оседлых эльнофеев стала Тамриэлем. Оставшиеся кочевники были разделены на остальных континентах. За многие поколения эльнофеи из Тамриэля стали мерами, эльфами. Одни из первых две меры. Это подземные существа, которых иногда называют гномами. Это их руины с механизмами, да. В общем, еще были кимеры, изменившиеся существа, которые позже стали данмерами. Как ты. Вот именно. Потом есть, собственно, данмеры, темные и проклятые существа. Ну, это мы из кимеров произошли. Вот так. Босмеры, зеленые или лесные эльфы. И альтмеры, высокие эльфы. Понятно. Я попробую выцелить сейчас эту тварь. Я помогу. Да, возьми на себя. Удар. Отлично. Nicely done. One more, и еще одна. Сколько этих скальных наездников тут? Да, похоже, целая орда. Давай. Я принимаю удары на себя. Жалко, стрелы ломаются быстро так. Ну что, двигаемся дальше? Again. Давай, скорее, помогай. Yeah, I'm trying. Стараюсь. Ну как? I'm missing. Папа Маск, никак не могу попасть. Все, я справился. Very good. Уже темнеет. Yeah, we have meat. Мясо и шкуру соберу. And one more, еще одно. Ты отлично выстрелил. Ну и где что-то мы пока не можем найти Пунаби. It should be somewhere here. Да где-то же здесь должна она быть. Ну мы с тобой все дороги обошли. Looks like it. Похоже на то. Здесь только лава и больше нету ничего. Also don't see. Ну что, будем возвращаться? Maybe those ruins are. Возможно, те руины Пунаби. А? Может и так. Куда идем? В
That's too far away. Слишком далеко мы ушли. Пунаби где-то близко к Салипунду, поэтому мы ее, скорее всего, прошли. Возвращаемся в Салипунд, там ночь проведем. И утром снова вперед пойдем. Let's check, давай еще посмотрим. Надо как-то обойти. Ну, закончишь книгу уже? Да. В общем, на других континентах эльнофеи и кочевники стали людьми. Нордлингами из Атморы, редгардами из Якуды и цаэски из Аквира. Хист занимали нейтральную позицию в войне эльнофеев, но большая их часть все равно была уничтожена. Некоторые выжили в Тамриэле и сохранились в Чернотопье, но и этот мир был частично затоплен морем. В конце концов, люди вернулись в Тамриэль. Первыми были нордлинги во главе с легендарным Изграмором. Они колонизировали северные побережье. Это было еще до того, как появилась письменность. До нас дошли рукописи лишь времен правления короля Гаральда, 13-го короля нордлингов. Так закончилась мифическая эра. Так. I guess we should go more on that road. Надо будет больше по той дороге пройти. Wait a bit, подожди. What is this? А это что у нас? Oh, I found the Punabi. Вот и нашел Punabi. Is anybody here? Есть здесь кто-то? Well, hello. У меня мало времени, так что давай скорей. Что тебе нужно? Вы Манави? Да. Членские взносы заплатить в гильдию магов. Я покинула гильдию магов и посвятила свою жизнь изучению адаптированных ответов 4 вариаций в потоках забвения. Если Ранис Атрис так нужны эти пошлины, почему бы тебе не заплатить их? Меня не интересуют все эти финансовые дела. А если заплатишь, то она сказала тебя убить. Я этого делать не буду, но я уверен, что она наймет кого-то другого, кто это сделает. Поэтому лучше заплатить. Вы оставите меня в покое, если я дам вам 2000 септимов? Да. Вот, возьмите и дайте поработать спокойно. Я советую вам немедленно уйти. Мы здесь проводим очень серьезные исследования, и если вы помешаете моим коллегам, они могут не проявить понимания. Ясно. Ну что, будем возвращаться. И посмотрим, что здесь таки они проводят. Я бы вернулся.